Друзья, привет! Я Фикс Прайс на 5-леток 8, город Санкт-Петербург. Новые заколки, смотрите, какой интересной формы, плоские такие, овальные, вытянутые, полистирол, сталь в составе, цены не было, думаю, 55, как обычно. 249 рублей, туристический органайзер, посмотрите, какой интересный, 4 в одном, внутри 4 бутылочки, в каждую наливаете свое средство, затем их не нужно доставать, просто нажимаете на крышку сверху на органайзере, и вам выливается то средство, которое нужно. 199 рублей, большие кошельки с веселыми летними рисунками. Женские слитки, такие носочки, по 55 рублей. В составе в основном хлопок, 81%. Носочки мне понравились, симпатично смотрится, большой выбор расцветок. Я себе парочку таких взяла. И снова меня удивляет этот фикс прайс обувью. Смотрите, какие кроссовки, 249 рублей. Также появились новые тапочки, шлепки такие, очень легкие, подошва из эва. Верхняя часть у них разного цвета, разный рисунок, горошек, сделаны в России. И по цене или 149, или 199 рублей. Также покажу вам, что тут еще есть. Вот такие очень мягкие, мне понравились мыльницы резиновые, сделаны в России. Называются пляжная обувь, состав ПВХ. Есть оранжевые, вот такие похожие, голубые, сиреневые, красный, малиновый цвет. Шлепок много разных. Появились вот такие домашние тапочки. Посмотрите, какая красота на деток. Такие кепки веселые с рожками. Объемная надпись спереди, baby. Застегиваются на липучку. По составу это 100% хлопок. Сшито неплохо, мне понравились. Очень хорошенькие кепочки. Стоят 199 рублей. И посмотрите, какой большой выбор расцветок. Также есть панамки с динозавриками, тоже по 199. Продолжаем тему головных уборов, переходим во взрослый отдел. Тут появились такие классные кепки, приятные расцветки, мотивирующая надпись «Никогда не сдавайся». Это хлопок, цена 199. Есть бежевые, черные, зеленые и вот такие серые. Рядом новые кепочки для тех, кто любит поярче. Тут и бусины, и стразы, и потертые джинса, бабочки, цветочки. Цена 199. В составе 48 хлопок, 33 полиэстер и 13 вискоза. 199 рублей. И новые панамочки мне понравились. Приятные тоже расцветки, неяркие. По составу это хлопок, немного вискозы. Качество мне понравилось. Сверху можно шнурок затянуть, есть отверстия и вот такие цвета. А вот цены, к сожалению, нет, наверное, 149. А дальше появились купальники и плавочки. Плавочки одни только, возможно, еще не выложили. Спереди есть сеточка, сверху резинка и шнурочек можно затянуть. Сшито неплохо, это Кыргызстан. Цена 199 рублей. А для маленьких девочек вот такие яркие купальнички. Вокруг ножек есть резинки, на спинке выглядит вот таким образом, лямочки перекрещиваются. Сшито неплохо тоже, качество хорошее, ткань очень мягкая. Это Кыргызстан, 92 полиэстер, 8 лайкра. Посмотрите, мне понравился вот этот рисунок, такие яркие кактусы. И второй дизайн, а вот эти мне понравились, индейцы, единороги. Два самых классных рисунка. Цена 199 рублей. Размеры небольшие, лет до 7, до 8. 99 рублей. Гель для душа. Экстра мягкий. Клубника Прованса. Очень люблю этого производителя. Часто покупаю ягодные ароматы. И мужскую серию тоже беру. 99. Спрей для ног Таймурова. 150 мл. 55 рублей. Вот этот классический мы с вами видели. Запаха пота с антибактериальными компонентами. В составе салициловая, борная кислота, эфирные масла разные, чайного дерева, также лаванды, мяты. Синий спрей с салициловой кислотой препятствует появлению неприятного запаха, уменьшает потливость. Такой спрей рекомендуется для ежедневного применения для устранения потливости ног. И зеленая бутылочка с эфирным маслом чайного дерева. Производитель Зеленая Дубрава, Россия, 150 мл, цена 55 рублей. Компактная и удобная подставка для телефона с регулируемым наклоном. Черные и белые. И
Благодаря складной конструкции подставка не займет много места, поэтому легко может поместиться в сумочке, в рюкзаке, и ее легко можно взять с собой в любую поездку. Для регулировки угла наклона нужно всего лишь нажать на кнопочки по бокам. Цены, к сожалению, не было, надеюсь, не дороже 100 рублей. Линейный светодиодный светильник Эра, цена 299 рублей. Белый свет 4000 кельвинов, мощность 18 Вт. Размеры 1205 на 29 и на 36 мм. Цена 299 рублей. И впервые вижу такого зайчика в розовом цвете. Всегда они были белые. Кабель USB, сенсорная кнопка включения, три режима яркости. 249 он. Новые фонарики для кемпинга. У фонаря есть ручка для переноски, удобный диммер, чтобы регулировать яркость освещения. И нужны три батарейки. В комплекте нет. Спрашивали, куда вставлять батарейки. Вот дно откручивается и вставляете. Белые вешалки на дверь. 5 крючков, длина 38 сантиметров. Цены нет, я думаю, что рублей 149 или 199. Выглядит очень симпатично. Листы для заметок в интересных упаковках. Тут 500 штук, размер 8 на 8. Дизайны разные. Давно я не видела канцелярских подставок. 199 рублей, черные и серебристые есть. Вот такие стильные блокноты появились, напоминают мне Moleskine. Формат А5, и тут 80 листов, плотностью 80 грамм. Листы в клеточку. Очень приятные расцветки у обложек, есть закладка резинка, а бежевая обложка даже слегка фактурная. По цене, я думаю, они 199. И вот эта новинка, это новый контейнер биоразлагаемый, пищевой, герметичный, объем 1,4 литра. В составе материала есть запатентованная оксо-биоразлагающая добавка. Эта добавка экологически безопасна и безвредна для человека. Контейнер устойчив к нагреванию, перепадам температур, не имеет никаких запахов. Этот контейнер абсолютно герметичен, крышка с клипсами и силиконовой прокладкой, поэтому влага и воздух не проникнут. Можно ставить в микроволновку, посудомойку, в холодильник. Очень приятные расцветки, а вот цены я не нашла, ну, наверное, 149. Новые формы силиконовые для выпечки, складные формы. Для кекса размер 25 на 15, объем 1380 мл. Форма подойдет для приготовления румяного хлеба или пышного кекса. А складная конструкция обеспечивает удобство и компактность хранения. Вот такие яркие расцветки. Также в магазине есть круглые формы, диаметр 27 см, 1450 мл. Можно вот такие тортики, пироги готовить. Мягкие складные стенки обеспечивают легкое извлечение выпечки. Цена форм 199. Появились новые бульонницы с ручками. Объем 600 мл, это фаянс. Внутри черные, снаружи с объемным рисунком, цветочки. И, по-моему, это орхидеи. Есть молочный цвет, такой голубой. Розовые бульонницы. И вдалеке вижу желтые, такие оранжевые. Цветы на всех разные. Цена 77 рублей. 77 рублей кусачки, а рядом новые масочки. Тканевая маска с розой и гиалуроновой кислотой, питание и ревитализация. Превосходное экспресс-средство для увлажнения и омоложения кожи лица. Производит Корея. Следующая маска с лотосом и гиалуроновой кислотой. Лифтинг и восстановление. И маска с алоэ и гиалуроновой кислотой. Это маска увлажняющая и успокаивающая. Производство Корея, цена, наверное, 99, не нашла цены. 27,50 соленая соломка. Настена, сластена. Посмотрите, какой классный дизайн упаковки. Покажу вам состав. Масса 250 грамм, производит Россия. Упаковка отличная. Нашла новинки среди кашпо. Вот такие большие кашпо в виде цветочков. По-моему, раньше такие были. Сделаны они из доломита. В дне есть отверстие. И форма цветов вот есть разная. Видите, белые отличаются. По цене 199. Щетки для пола длиной 118 сантиметров. В составе полипропилена нержавеющая сталь. Несколько расцветок. Цена 199 рублей.